зашел, и вот сейчас решил меня снимать на видео. Снимает, и я вот с тобой разговариваю, и громкая связь включена, и твой голос слышен. Привет, Лен. О, как слышно. А он далеко. Да? Да. У вас там все нормально? У нас там еще где-то нормально. Да, завтра-то поговорим подольше, а то это сейчас дел много. Ну, хорошо. Все. Так, жду вам всех. Всех твоих. Пока, Лен, я тебя люблю. И Ванечку тоже. Пока. Светки на место. Так, я поберу вещи. Мое. Ну, вообще-то, на самом деле, вот это мое, то Вовкино. Но вот в последнее время мы поменялись местами. Так, это наша ванная. Туалет в одном лице. Вот, например. Так, вообще-то надо было, Вовочка, начать запись, поздороваться с людьми, нормально. Hi, guys. Привет всем, привет, родные, я вас люблю. Это наша кухня, а тут мы кушаем. Я думаю, вы на фотографиях все видели. Еще раз посмотрите. Здесь вот она посуду моет, там готовит. Здесь мы едим. Так, махнул камеру. А вот это вью. Вид. Из балкона. Из балкона. Так, вот сейчас мы едем по улице, по которой ездим каждый день. Это недалеко от нашего дома. Там мы живем. Да, вот там мы живем. Покажи еще раз пальцем. Вот там. Вон там, да, мы живем. Вот. Эта улица называется Невада. Наша машина внутри. И мы внутри. Правда? Машины. Да. Пыльненькая немножечко. Почему-то она быстро пылится. Наверное, потому что Вовка на стройку на ней ездит. Надеюсь, что скоро я на ней больше не буду ездить. Это вот очередная церковь, и такие они на каждом шагу здесь, на каждом перекрестке. Это апартменты, типа такие, которые мы живем. Похудшее, правда. Здесь, короче, апартменты церкви, всю дорогу. Так. И американцы местами. Да, так, это Вовин дом, он понес нашу стирку домой. Это вот улица, на которой он жил. Это вот наша машина, на которой мы только что приехали. Давай, работ. Я думаю, им было бы интереснее посмотреть, как ты вешаешь белье. Какой сейчас, ты у меня хозяйственный. Сейчас я им доставлю такое удовольствие. А то подумаешь там. Скажи привет, ребят. Орёсик. Скажи привет, ребят. Скажи, я просто Пушкин. Я просто Пушкин. А где Аленочка? Она там стихи учит. На собрание? Нет. В школу? Но... Нет. А куда? На собрание. А папа что делает? Думаю, там машину помочаю, кельки, зеркало, помята. Помята машина? Да. Кто поломал? Папа. В быту меня. Светка в быту. Бытовая Светка. Посмотрим. Чё ты там посмотришь? Пельмени. Сейчас за стол. Собственного приготовления. Светкиного.
собственного лепления. Что, новые помидорчики? Нет, это нашего огорода. Кочка, хватит, давай уже, достаточно. Магазина. Колбаса, русская ветчина из русского магазина. Да, я сейчас кое-что покажу. Еще обещает что-то показать сейчас. Вот в Америке что продается. Ха-ха-ха. Видите, лавровый лист. Как в России живем. И много еще чего. Приятного аппетита, мой хороший. Спасибо, бабочка. Так, это у нас вот быстрый такой обед, пельменчики. Фастфуд американский. Да, фастфуд. Правда, помидоры с русского огорода, ветчина из русского магазина, пельмени русского приготовления, моего личного. Молочка, да не чавкаешь ты так, а то вся Россия увидит, как ты у меня активно кушать умеешь. Ну-ка, улыбочка. Да не стесняйся. Вовочка, улыбочка. Вот у Вовочки после обеденный сон сейчас, наверное, будет, а может быть не будет. Не, не сплю, не надо. Я сказала, что будет, потому что ты если покушал в субботу, то потом тебя уже никакими этими не поднимешь. Я читаю. Чего ты там читаешь? Книгу. Веду съемку из машины. Вот она идет. Позирует. Не может вести себя естественно. Что там говорит, говорит, говорит. Не верьте ему. То, что ты сейчас не расчесываешь. Это наша ругаю. Почта тут. Здесь вот гаражи. Сейчас она меня чешет. В прямом и в переносном смысле. Причесываю. Это вот в этих апартаментах мы живем. Это название нашего комплекс. Нашего блока, да. Это вот мы сразу выезжаем. Такая дорога, пустырь. От нас. Вдали, я не знаю, наверное, плохо видно, гора Спокен. А я не знаю. Вот впереди, с левой стороны здания, библиотека, куда я меня хожу. Библиотека, куда Светлана ходит. Книги берет на русском языке и какие-то фильмы на английском. Всякие фильмы. Так, вот, короче, наступила суббота вечер. Мы приехали из гостей, очень сильно устали. Вовка загоняет в гараж машину. Так, а это вот улица, на которой мы живем. Там наш апартмент. Давай что-нибудь возьму. Не надо. Я сам. Так, сейчас пойду бассейн покажу. Так, это вот тут я каждый день гуляю, когда звоню домой. С телефончиком хожу. Вокруг. Так, а вот там вдали бассейн, где я загорала и купалась. Сейчас он уже закрыт, его там не видно, наверное. Вовка убежал уже. Это вот наша улица. Вот на втором этаже наши окошечки. Одно. Собственно, персон. С животом. Вот они вдвоем. Да, мы вам привет передаем всем. Он у меня последние 2 часа очень сильно стучится. Наверное, уже просит. Не знаю, что ему надо. Он у меня совсем что-то. Мочка, ты что там пытаешься увеличенного размера, да? Ты мне его пытаешься УЗИ сделать? Или рентген? Нет, я просто тебя снял, как будто бы ты стоишь.
Вот так ты как будто поплела. Happy birthday у Володи, у Светы, мы снимаем. Меня все знают. Меня все знают. Так, пицца, чай. Круто. Ты кушаешь, да? Скажи что-нибудь. Скажи, Вова, Света, с днем рождения. Скажи, Вова, Света, с днем рождения. Не скажешь, да? Во Колгота, во Колгота. Коска. Пицца с Коска. Не, у меня так сильно не бьется. Я часто, но не знаю. Дети все Света очень любят. Всегда ее окружают и начинают задавать ей тысячи вопросов. Ой, ну ты что? Ну все. А я такая маленькая. Давайте, пойду и пройдет, давай. А я живота так, как маленькая. Все, подошла. Пошло. Вовка, ты что делаешь? Харюсик, я тебя снимаю. Не переживай, Харюсик, я тебя сейчас сниму. Ну потом учитель, наверное, сказал, что ему можно ходить. Он как начал. Что так, там? Я все заснял. Хви и хви, все заснял. День рождения продолжается. Третья серия. Виктор приехал со своей семьей. Жена Наталья. Это я снимаю в Новый Усмань для Светланиных родителей. Младшая Маня. Шлавик. И Маню сейчас сниму, да. Мам, ты сейчас сбегаешь, да? Сегодня 5 октября. У Светланы день рождения. Мы приехали в даунтаун, приехали в библиотеку. Светлана издает фильмы. Здесь она берет всякие CD-DVD. Фильмы мы всякие здесь берем. Вот, сейчас она сдает в данный момент диски и берет новые фильмы. Вот такая вот библиотека здесь. Лестница очень красивая. Вот Светлана идет, она набрала всяких фильмов себе. Вот здесь у нас находится туберкулезная клиника. Вот это вот здание с башней, это областной суд криминальный. А вот здесь у нас тюрьма. Она вся очень аккуратненькая и внешне, в принципе, никогда не скажешь, что это тюрьма. Хотя она, в принципе, и есть тюрьма. Вот такие вот там окна квадратненькие, длинненькие. Вот эта стена вся из зеркального стекла сделана. А в этой клинике нам сказали, что у нас будет ребеночек. Вот мы в самом центре города. В центре города есть парк, который называется Riverfront Park. Парк, он и есть парк. И по-английски, и по-русски. Это вот Светлана, если вы ее не узнали, то это она. Там уточка. Вот так вот. Это река Спокен. Через нее несколько вот таких вот мостов. Сейчас уже много листвы понападало. Мы направляемся вот к тому фонтану. Привет, у меня сегодня день рождения. Сегодня 5 октября. Мне хотелось бы увидеть вас в этот день. Был бы для меня самый большой подарок. Вот, я вас люблю, очень сильно скучаю. Поздравляю вас с моим днем рождения. Пока. Так, вот эти вот цветочки Вова подарил мне на день рождения, розочки. Вот так вот здесь у меня фотография мама, папа. Здесь мои словка, наверное, плохо видно, ладно. Ты просил снять машину, которую Вовка себе купил новую. Вот она. Называется Toyota. Это вот она полугрузовая, так она не работает. Ездит. Она еще заведена. Такая вот вся хорошенькая. Улыбочка. Улыбочка.
Вовка поехал загонять их машину. Теперь у нас в гараже стоит эта машина, а фордик на улице. Вот так вот Вовка делает каждый день. Загоняет, открывает гараж. А, сейчас вы посмотрите столик, который мы люди выкидывают просто так на улицу. Вовка его сейчас поставит. Вот столик такой, мы себе его взяли. Люди просто, которым что-то не нужно, покупают себе новую мебель, они ставят рядом там с мусоркой или просто на улицу. А кому нужно, люди забирают все это бесплатно. Вот наш почтовый ящик. Каждый день я здесь забираю почту. У нас здесь это вот счет за электричество. А это, наверное, не нам. Это какой-то адрес чужой. Панчик еще просил снять бассейн, в котором я купалась и загорала. Он сейчас закрыт уже, все, сезон закончился, и в него спустили воду. Вот, но я все равно через сеточку могу примерно показать. Там еще на фотографиях увидите, как это выглядит. Вот он был наполнен водой. Сейчас воду спустили и накрыли специальной такой ерундой. Здесь вокруг стояли шезлонги, столики. Сейчас все это убрали. Вот дверь, замок. Поэтому. А вот там наш апартмент. Так, ну что, сейчас будет заключительное слово. Наш фильм подошел к концу. Сегодня 8 октября, воскресенье. Я сейчас одна дома.